वागी सजस्व बदने लक्ष्मीर्जस्व च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित्त्वं नृसिंहमहं भजे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्वसत्वोपकारक निष्प्रिय सर्वतः सिद्ध्यो सर्वविद्याविशारद सर्व संशय संक्षेत्तानलोस गुरुराहित कृपा सिंधु सुसंपूर्ण सर्वसत्वोपकारक निष्प्रिय सर्वतः सिद्ध्यो सर्वविद्याविशारद सर्व संशय संक्षेत्तानलोस गुरुराहित गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाठ्य हल The source of transcendental sound is actually Guru Path Padma. Gaudiya Goshthipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, the source Gaudiya Goshthipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что источник трансцендентного звука зовется Guru Path Padma. Трансцендентный звук, он может изойти от Гурудева. Наши гурваргани говорили, что они подобны трансцендентным таким громкоговорителям, из которых всегда исходит трансцендентный звук. वन्नी सत्रो प्रजायते एवं वोई साधु संयुगा हरि भक्ति प्रजायते इट इज फ्रॉम विष्णु पुराण Это шлока из Вишну Пураны, первая шлока, из которой я начал, она из Хари Бхакти Виласа. Самбанта Гьяначарья Шрила Санатан Госвами Пад, он цитирует эту шлоку в Хари Бхакти Виласе, чтобы дать нам точное определение описания Гуру Пад Падмы. Это полное определение Гуру Пад Падмы, о котором я сейчас говорю. And the second shloka is from Padma Purana. И вторая шлока, она из Падма Пураны. И также говорится, что есть некий драгоценный камень, что если он находится на солнце, то можно видеть, что он сияет, и своим сиянием он может зажечь бумагу или какие-то частички дерева. И таким образом солнце, оно как бы есть, но мы не чувствуем, что оно имеет такую такое большое тепло в себе содержит. Только если оно проходит через этот драгоценный камень, то оно усиливается и может зажечь какой-то предмет. И также, если у нас есть возможность получить общение с чистым преданным, без чистого преданного, у нас не может быть возможности получить бхакти. И, несомненно, мы должны служить таким чистым преданным. И если у нас есть возможность служить чистому преданному, то в этом случае мы обретем бхакти. Бхакти, она очень редка. И вот в тот день я говорил, что в Шри Чайтанья Чаритамрите говорится, что Кришна, что изначальная причина бхакти Джанмамул – это саду санга. Кришна бхакти,
So if you try to ignore Rukmi Maharaj, there is written Sadhu Sangha is enough. Вот so I did not take shelter of Guru Padma. What use? И вот если мы будем думать, что садху-санги достаточно, не нужно принимать прибежище у Гурудева, то это неправильно, поскольку Рупа Госвами Патун уже сказал нам. И вот в Бхакти Расамрита Синдху он говорит, адоу гуру падашрая, не приняв прибежище у лотосных стоп гуру падмы садгуру, садгуру, именно садгуру я должен напомнить, что не приняв прибежище у лотосных стоп садгуру, как мы можем совершать бхакти, это невозможно, поскольку Рупа Госвами подпишет, адоу значит вообще. Вообще, если мы примем прибежище у лотосных стоп садгуру совершенным образом, то в этом случае мы можем обрести бхакти, иначе нет, поскольку вот в этой шлоке говорятся такие слова. Говоря искренне, кто-то говорит, что дикша сначала, а потом, приняв, потом прибежище принимается у лотосных стоп Гурудева, но это неправильно. Процедура такова, что если мы увидим какого-то возвышенного саду, очень могущественного саду, мы почувствуем какую-то реакцию внутри сердца, кто он дает такое чувство, какое чувство возникает в нашем сердце в виде его. И если мы захотим принять прибежище вот такого саду, если мы будем уверены, что он сможет спасти нас, если у нас есть такое чувство в нашем сердце, и потом, когда мы у этого саду попросим прибежище, и таким образом мы должны будем принять прибежище у лотосных стоп Гурудева, и не приняв прибежище у лотосных стоп Шри Гуру Дикша, не может случиться. А сейчас мы видим, что все наоборот происходит. То есть люди получают дикшу, но у них нет никакой преданности, или есть преданность там на 20% или там на 10%, или, ну, даже если на 80% или на 90%, все равно остается промежуток, что нет такого безраздельного самопредания. И поэтому эта дикша, она не совершается к тому моменту. И Явас Махарадж сейчас говорит об абсолютной истине, и мы должны, не должны чувствовать себя как-то неудобно. Шрила Прабхупад говорит, что те, кто говорят, что они приняли прибежище у какого-то лотосных стоп какого-то садгуру там 20 лет назад, например, но их действия таких людей, этикет, если они, их характер, они не доказывают того, что этот человек принял полностью прибежище у лотосных стоп Гурудева, то в этом случае, какую дикшу мы получили, что за дикша? Дикша значит дивигьян, божественное знание. Если мы не разовьем дивигьяну, божественное знание, что за дикшу мы получили? Шрила Прабхупад говорит, что за дикшу мы получили от вашего Гурудева, что если вы не обрели божественного знания, что же дикша такая, без обретения божественного знания? И Шрила Прабхупад говорит, что те, кто получают такую дикшу, без обретения настоящего знания, божественного знания. И это говорит о чем? О том, что настоящая дикша и формальная дикша – это совершенно разные вещи. Если мы получили настоящую дикшу, то тогда мы сможем по-настоящему служить Гуру Вайшнавам и Бхагавану. А если мы не получили такой настоящей, совершенной дикши, то у нас нет права служить Гуру Вайшнавам и Бхагавану, поскольку все они находятся на трансцендентном уровне. И
И люди спрашивают о благо какое, того, что мы получили какую-то такую формальную дикшу. Шрила Прабхупада отвечает, что вы не получите какой-то сукрити, но настоящую практику преданности вы сможете начать только тогда, когда полностью без остатка примите прибежище у лотосных стоп Гопад Падмы. Можно также возразить, что какие-то гуру вайшнавы не позволяют каким-то преданным служить им, но они из-за своей беспричинной милости позволяют таким людям служить им. Но на самом деле эти гуру вайшнавы находятся на трансцендентном уровне, а те ученики, ну такие начинающие имеются в виду, они находятся на материальном уровне. Шрила Прабхупад говорит, находясь на материальном уровне, как мы можем совершать служение, как можно служить тем возвышенным гуру вайшнавам, которые находятся на том трансцендентном уровне. Иногда какие-то невежественные люди, они гордятся тем, что приняли прибежище в Шрилы Мадхава Госвами Махараджа, например, и так они гордятся этим. Но в этом случае иногда они критикуют чистых вайшнавов. Будьте внимательны, это такое, это такая ситуация плачевная сейчас, и поэтому все общество, оно деградирует, сознание опускается. Такого общества мы должны, по идее, увеличивать степень нашего сознания, нашей сознательности, но, к сожалению, все наоборот происходит. И какова причина за этим? Поскольку мы часто готовы критиковать вайшнава, что Бхакти Вайбхав Пури Махарадж делает то, это то делает. Шрила Пури Госвами Махарадж совершает арчану, а не обсуждает асататву и прочее, кто-то говорит вот так. И это... И из-за этого Ямадута, это очень опасная критика гуру вайшнавов. И Шрила Прабхупад говорит, те глупые люди, они не настоящие преданные. И вот они критикуют каких-то возвышенных гуру вайшнавов. Но мы должны смотреть на сердце гуру вайшнавов. Может, они говорят жестко, но это не значит, что они бессердечны. Они полны милости, полны сострадания. В сотне наших жизней мы уже обрели отца, мать и всех прочих этих родственников и все остальное. В каждой жизни мы обретаем отца и мать. Если мы будем привязываться к ним, но смотрите, если взять, собрать любовь этих родителей за все ваши прошлые жизни и сравнить их с любовью гуру и вайшнавов, то это будет меньше, поскольку любовь гуру и вайшнавов, она трансцендентна. Но мы часто слепы и не видим этого. Какие-то люди критикуют чистых гуру и вайшнавов. Шрила Прабхупад говорит, что находясь на одном уровне, на материальном уровне, такие люди пытаются как-то критиковать гуру и вайшнавов, которые находятся на трансцендентном уровне, но такие люди не могут видеть разницы, они не могут видеть возвышенного положения гуру и вайшнавов, а могут только говорить какую-то ересь. И вот Шрила Прабхупад говорит, что это трагедия, что какие-то люди, находясь на материальном уровне, как-то критикуют тех, кто находится на трансцендентном уровне. Так,
И вот первое, что мы должны понять, что не приняв прибежище у лотосных стоп Садгуру, настоящего Садгуру, мы не сможем начать Харибаджан. Но если наш Гуру Падма ушел из этого мира, и мы не были, не игнорировали его общество, когда Гурудев был в этом мире, из нас, нашей незрелости, но потом мы осознали эту великую потерю, то что делать? В этом случае мы должны искать Сад Шикша Гуру, который одобрен вашим Гуру Падмой. Я имею в виду тот, кто проповедует такую же сиданту, тот, у кого такое же настроение. И тот, кто находится в той же наставнической преемственности, в той же линии, в той же сампрадае. И таким образом будьте уверены, что если вы примете прибежище у такого шикшагуру, гуру-таттва, она не едина, она неразделима, ее нельзя разделить на части. Гуру-таттва — это одна единая таттва, и может быть, Нитьянанда послал какого-то Гурудева вам, и ваш Гурудев куда ушел? Он находится на трансцендентном уровне, и он смотрит, что мы делаем. И вот если мы хотим исправить это, но имеется в виду, если мы хотим получить все от нашего Гурудева, который уже ушел, но мы из-за нашей незрелости не смогли получить от него все, то мы это можем получить от такого Сад Шикша Гуру. Что такое дикша? Во время принятия дикши, если у вас нет такого полного самопредания Гурудеву, если у вас нет такого чувства, что дикша — это единственное спасение для вас. Как вот некоторые принимают дикшу, что там мама сказала или там еще кто-то сказал, но это не та дикша. Во время принятия дикши мы должны чувствовать, что мы находимся в ужасном океане, и эта дикша, она подобна соломинке, за которую мы хватаемся, чтобы спастись. Нирхад авида дигвад рихинна накхадра Траста васти амкрипана васарод сахагру Сансара чакра каданада гасатам пранитам. This is the crying. Это такая молитва. This is not one shloka. Это не шлока, это молитва Прохлады Махараджа. Прохлад Махарадж, он плачет, говоря эти слова. И Прохлад Махарадж, вот он плачет перед Нарисимхадевом: «О Господь, я не боюсь твоей ужасной этой формы угра. Ты только что убил моего отца и украсил себя его кишками». И вот Нарисимхадев, он там в таком ужасном виде. Но это подобно, Прохлад Махарадж говорит, что кишки моего отца не подобны украшению на твоей шее. И Прохлад Махарадж говорит, что я не боюсь этой ужасной формы. И поэтому даже Брахма Шанкар, Индра, они боялись подойти к нему. Даже Лакшми, она не смела приблизиться к Нарисимхе. И Брахма, он подошел к Прохладу и сказал: «О, мой сын Прохлад, иди, ради тебя Господь явился в этом мире, можешь ли ты пойти и успокоить его?» И Прохлад Махарадж пошел. И бесстрашный Прохлад Махарадж, Брахма, он послал Прохлада, и Прохлад пошел, поклонился Нарисимхадеву, и Нарисимхадев взял, посадил к себе его на колени и поцеловал. И в итоге Нарисимхадев благословил его своей рукой.
И никто не может понять этой милости. Мы никогда не обретали такой милости, которую обрел Прохлад Махарадж от Нарисимха Дева. Прохлад Махарадж говорил, что я боюсь этого материального мира, который подобен океану, бесконечному океану. И этого я боюсь. Если у вас есть такое прямое чувство, что я умираю, что этот материальный океан, он... Что этот, как вот Шрила Махарадж, он когда говорил Харикатху, он, мы должны следовать его примеру, мы должны следовать его примеру Шрила Шридхара Махарадж, когда он воспевал киртан, он звал Нитай Гауранга, он звал подобно тому, как будто он умирал, как будто Нитай Гауранга, а не его последняя надежда. Махарадж был очень впечатлен, слыша, как он вызывает к святым именам Гуру Нитьянанды. И если такое чувство оно не появится в нашем сердце, то мы можем совершать баджан тысячи лет, но без результата. И поэтому у нас должно быть чувство, подобное чувству Прохлад Махараджа к Нарисимха Деве. Вот эту шлоку Махарадж раньше объяснял различными способами, что Прохлад Махарадж — это наша Гуру Варга, но мы следуем Прохлад Махараджа. Бхагавад Дхарма, она находится внутри Прохлада Махараджа. С Бали Махараджем также, поскольку Бхагавад Дхарма, она может начаться только с нашего полного самопредания, и поэтому кто-то может спросить, Бали Махарадж, он асур, и... но что из этого, если Бали Махарадж следует своему гурудеву Прохлад Махараджу, и хотя он демон, но это, смотрите, он следует не Шукрачари, гуру асура, а Прохладу Махараджу. И под руководством Прохлада Махараджа, когда Бали Махарадж полностью предался Господу, то как можно говорить, что он не находится на пути Бхагавад Дхармы? Основа Бхагавад Дхармы – это то наше полное самопредание. И после этого какое-то различие может наступить. И вот основа Бхагавад Дхармы, она там с Прохладом Махараджем, с Бали Махараджем, со всеми. Но после этого постепенно... После этого мы находим более совершенную анугатию у наших предыдущих, последующих гуру, у Вишванатха Чакравати, у Бхактивинода Такура, у Шрилы Прабхупады. Итак, Бхагавад Дхарма, она через них проходит и дает нам расу, такой нектар. Если у нас есть способность, мы можем принять его, поскольку учение Шри Чайтаньи Махапрабху мы полностью можем найти в учении Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати, Шрилы Бхактивинода Такура. В тот день я был вынужден сказать, что если мы хотим обрести учение Шри Чайтаньи Махапрабху, и вот седина в Ясасане, обещаю вам, если вы хотите обрести учение Шримана Махапрабху, вы должны прийти в Гаудимат. Гаудимат не значит какие-то бесполезные люди, неизвестно чем занимаются, я не отвечаю за них. Что я хочу сказать, Гаудимат значит это Шрила Прабхупада, Гаудимат значит Шрила Бхактивинода Такур, Гаудимат значит Шрила Кешава Госвами Махарадж, Гаудимат значит наша Гурварга, которая показывает, доказывает, что они настоящие участники Гаудиматха. Там, где находится суть Гауди Сидданты, это источник всей Гауди Сидданты, это Шри Чайтанья Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху – это источник всего сознания, и Чайтанья Матха, он не отличен от Шри Чайтанья Махапрабху.
И вот в начале всего мы следуем Прохлад Махараджу, да, и учение Чайтанья Махапрабху мы в его изначальной форме находим в учении Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактивинода Тхакура, и эта сиддханта, она совершенно, и вот для того, чтобы начать ваш баджан, вы должны чувствовать, что Гурудев — это он наша последняя надежда, подобно тому, как мы находимся посреди какого-то пожара, огня, материального существования. Этот огонь, он олицетворяет собой какую-то корысть, какую-то эту, эгоизм, как в какой-то семье, может, эти участники этой семьи, они спорят друг с другом ради своих корыстных интересов. И вот если вы так принимаете прибежище у Гурудева, то тогда настоящая дикша, она может случиться. И вот если настоящая дикша, она случилась, когда мы приняли прибежище у лотосных стоп Гурупадпадны, то тогда вопросов нет. Но если кто-то не доказывает своего полного самопредания лотосным стопам Гурупадпадны до сегодняшнего дня, но все же Гурудев вот уходит из этого мира, и каков результат? Много преданных спрашивало, что мой Гурудев, например, ушел 20 лет назад, но в то время мы не смогли развить достаточно сознания, слушая вашу харикатху, и мы поняли Гурутатву, и сейчас я чувствую, насколько глуп я был в то время, когда была возможность, и что же делать, если какая-то надежда, да. Мы должны осознать, что мы должны осознать величие нашего Гурудева и следовать его наставлениям под руководством достойного Шикшагуру, у которого есть настоящая любовь к вашему Дикшагуру. Это не обязанность Шикшагуру одурачивать вас, чтобы вы потеряли вашу преданность бхакти к вашему Дикшагуру. Я не могу так сказать. И вот Бабаджи Махарадж говорит, что Шрила, например, Шрила Бхакти Виген Бхарати Махарадж, он его шикша гуру. И вы, например, в моей жизни можете увидеть, следую я ему или нет. И вот в этом случае у нас есть такой путь. Мы должны понять, почувствовать, что Сиддханта Гурупадпадмы. Гурудев, он ушел в трансцендентный мир, и вот это, и вот можно вспомнить, что Пауранику Йогу, имеется в виду, давно была такая система, но имеется в виду таких, в таких незапамятных времен, что если эти девушки, они как Сита Деви, Драупади и все остальные Лакшаны, Махарадж приводит пример, что они сами выбирали себе мужа. Рукмини Деви, все они выбирали сами себе мужа, но сейчас другая ситуация. Все это поменялось, все находится в таком плачевном состоянии. И кто следует таким принципам, и кто же может восстановить все это, если мы, жители этой великой страны, потеряем уважение к нашему наследию, к нашему прошлому, то вся наша цивилизация будет обречена на
провал. И так можно видеть, что многие цивилизации, они пали, когда они потеряли веру в свое наследие, свое прошлое. Они пали в итоге. Все цивилизации, и сейчас такая же ситуация происходит, что мы теряем уважение к нашей Гурварге, к Шри Прабхупаде, какие-то новые правила, предписания, какие-то новые ачарьи придумывают. Но они забывают главное, то, что в этом материальном мире иногда какие-то министры, например, везде, практически в любом обществе у нас есть какие-то эти идеи о том, ну, как что-то исправить, дополнить и прочее, поменять. Ну, какие-то новые законы принимаются голосованием, что-то выясняется, но они забывают главное, что мы не можем. Rectification. Amendment is possible with material bill. Bill, you know, material bill. То есть мы можем изменить какие-то материальные правила и законы, но трансцендентные духовные правила, которые предписываются шастрами, мы не можем их менять. Мы не можем сказать, что это написано было давно, сейчас надо все поменять, это неправильно, не навечно. И таким образом ситуация очень такая плачевная. Мы не можем понять, куда и как идти, кому следовать. И вот для меня, если я говорю о том, что слышал от Гурудева, то сейчас один из этих признаков современных проповедников. То есть сейчас так, к сожалению, случается, что проповедники, они наоборот скрывают абсолютную истину, и те, кто больше ее скрывает, тем те более популярны. So under the guidance of Popa, Gurkishan Baba, I don't care. What kind of, you know, sequence? No, я находясь под. Но я знаю, что если буду говорить об абсолютной истине, то это абсолютная истина, это Верховный Господь, Абсолют. Это абсолютно тата, они спасут меня, даже если весь мир, он обернется против меня. Это иногда случается. И they want to come here. Don't go there. That is that proves the Harikatha is spoken by Prabhupada. И вот иногда какие-то люди, они отговаривают нас идти на Харикатху и куда-то пытаются в сторону отвернуть. И сейчас, к сожалению, наиболее популярны те проповедники, которые пытаются как-то скрыть абсолютную истину. И если этих проповедников спросить, чтобы они прокомментировали или как-то исправили то, что он наговорил другой проповедник, то они обычно уходят от ответа. И вот, к сожалению, так на практике преданности такая коррупция случается. И как же спастись, кто нас спасет? И таким образом мы должны спасти себя. И если мы по-настоящему преданы Садгуру, я могу пообещать вам, что вы будете спасены. Один преданный, очень образованный, он поклонялся
одному Радакунджа Бихари на Радакунде давно было лет 50 где-то назад. Вот он очень уважал меня, и вот Махарадж он совершал парикраму. И вот, ну, иногда кого-то по дороге встречал, разговаривал с какими-то преданными, и вот Махарадж молча обычно ходит, ни с кем не разговаривает. Но. И вот, когда он пришел к Тамал-Тале, где отдыхал Махапрабху на берегу Шьямакунды, то этот преданный внезапно появился и начал со мной разговаривать, и он говорит, что он принял прибежище какого-то такого ложного гуру, и вот потом понял это и сказал Бабаджи Махараджу, что вот он думает, что вот Бабаджи Махарадж он сможет спасти его, но что он, Махарадж сможет ему сказать, поскольку этот человек получил посвящение ложного гуру, и потом понял, что не там получил посвящение, где следует. И вот думал, что же дальше делать. Этот преданный, он с этого с места Адвайта Гасай Шилет, или как-то так его называется. Его старший брат в Америке уехал и разбогател там. И вот этот преданный, он так плакал перед Махараджем и спрашивал, что же делать. И я, вот Махарадж сказал ему очень научную такую истину. И вот он сказал, если ты полностью уверен в том, что я могу спасти тебя, то будь уверен, ты уже спасен. Понимаете, что я сейчас сказал? Если вы уверены, что Гурудев, он может спасти вас, что у вас есть такая безраздельная вера в Гурудева, то будьте уверены, что вы уже спасены. Но если у кого-то нет такого полного самопредания, то как же Гурудев может спасти его? И вот трансцендентный звук — это наш Гурварга. Трансцендентный звук, он исходит из источника. От таких участников Гауди Матха, настоящих преданных Шрила Прабхупад, говорит, что из их сердец всегда исходит трансцендентный звук. Это такие вот таких живых мобильных Гауди Матха. Шрила Прабхупад, он говорил нам, что, к сожалению, сейчас функция ачарьи, она стала просто какой-то формальностью, как работа какого-то торговца. И вот Шрила Прабхупад, он говорил, что, к сожалению, сейчас функция ачарьи, она стала подобна функции какого-то торговца, который просто как-то поддерживает свою торговлю. И вот такие люди дают посвящение всем подряд, но они не думают, кто достоин получать посвящение, кто недостоин. А что такое посвящение? Если кто-то получает посвящение, не получает мантру от Гурудева, и вопрос, если... Если такое гуру дает кому-то мантру, то вначале вопрос должен возникнуть, достиг ли этот гуру совершенства в этой мантре. Если это мантра, которую этот гуру не получил, результат от этой мантры не получил, не достиг совершенства в этой мантре, то как он может давать другим, если он ее дает, даже эта мантра, она мертва, она не может принести какое-то благо в вашей жизни. И так количество нежелательных элементов, оно увеличивается везде.
то все, всем подряд дают посвящение, и в итоге, но в итоге, к сожалению, ничего хорошего не получается. Если Шрила Прабхупад, Шрила Бхактивинода Тхакур опять придут в этот мир, Шрила Кешава Госвами Махарадж, тогда они, несомненно, смогут исправить ситуацию. А Шрила Прабхупад говорит, что, к сожалению, сейчас функция ачарьи, она стала подобна функции какого-то торговца. И можно видеть, что они дают... Что можно видеть, что... Они дают посвящение каким-то совсем недостойным людям, как проституткам и прочим. И Pros. They are going to request their Gurupada Gurudev, you can give initiation to them also. If Gurudev going to ignore, А еще так часто Шрила Прабхупад говорит, что часто случается, что такие гуру, они часто идут на поводу у своих учеников. Они очень, ну, сейчас, к сожалению, все эти, те, кто занимают положение гуру, их положение очень дешево стало, что они идут на поводу у своих учеников, если какой-то там такой, ну, так называемый ученик, у него есть несколько любовниц, и он просит Гурудева такого, ну, такого гуру дать им посвящение всем этим любовницам, то если гуру отказывается, то он угрожает, что уйдет от такого гуру и примет какого-нибудь другого. Вот, и такие гуру, чтобы не терять таких учеников, они, соответственно, идут на поводу у таких недостойных учеников. И вот следующее. Те, кто хотят стать гуру, и те, кто из-за своего желания становится гуру или по желанию других людей. Ну, бывает голосование такое, что выбирают гуру какого-то, но ошибаются в самом начале, что выборами невозможно выбрать гуру. Это невозможно. Вообще невозможно. Это не голосование неприменимо в этом случае. Может, Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж, он никому не давал посвящения. Или Кришнадас Бабаджи Махарадж, но все же они великие гуру, их гурутва, их. Это качество гуру, оно огромное, оно находится в том трансцендентном мире, и они гуру, настоящий гуру, может, они не принимают учеников, но это не показатель же гуру. И вот я хочу сказать, что те, кто хотят стать гуру и становятся гуру из-за своего желания или из-за того, что их выбрали другие, или сговорились они с кем-то, или еще что-то, но когда они захотели стать вот гуру, так впоследствии стали такими гуру, но они свое гуру, свою свое качество гуру, свое значение этого гурутвы, это качество гуру они теряют. И вот они стали так дешевыми гуру, и такая ситуация, к сожалению. Я приношу им свои поклоны. Почему? Чтобы они, своим примером, их своим плачевным положением, то есть они привели нам пример, почему мы не должны становиться гуру. То есть они показывают, как не нужно делать. И они предупреждают нас, что не нужно пытаться стать гуру. Или если мы, по милости Шрилы Прабхупады, Шрилы
Бхактивинода Такура стали гуру, так или иначе, то мы должны говорить только об абсолютной истине. В тот день вот Махарадж говорил, что Гурупад Падма говорит, функция гуру сейчас сейчас эта функция, к сожалению, функция гуру, она стала как функция проститутки. То часто случается, что такие гуру идут на поводу всех и каждого. И вот Махарадж однажды говорил с Тривика Махараджем, и вот Тривика Махарадж сказал, что мой сын сейчас, к сожалению, смотря функцию Ачарьи, Гуру, она так опустилась, что стала подобна функции проститутки. Все хотят стать Гуру, но никто не хочет стать учеником. Все хотят стать гуру, говорят, что поклонялись им, предлагали какие-то подношения, но смотрите, если вы посмотрите на умонастроение гуру Вайшнавов, то они не... То есть настоящие гуру, они не заинтересованы в ваших пранаме или в ваших малах или еще что-то. Мы должны, они говорят, что мы должны слушать харикатху, и чем более внимательно слушаем харикатху, тем более больше блага мы обретем. И больше гуру Вайшнавы будут довольны нами. Жизнь очень коротка, мы должны совершать служение. Шрила Прабхупад говорит, что прямо сейчас мы должны начать совершать служение. Кто может сказать, когда мы умрем? Нет никакой гарантии. Шрила Прабхупад говорил, и кто-то пришел в мат через несколько дней. Шрила Прабхупад дал харинам. Еще даже харинам не получили, то есть какие-то люди пришли в Мадхи, начали говорить, что мы хотим там санскрит изучать, еще что-то. Но Шрила Прабхупад говорил, что нужно служение совершать, поскольку кто знает, когда мы умрем, сколько нам осталось жить. Но смотрите, если через служение, через сову мы что-то изучаем, то это будет надежным, более ощутимо, когда мы сможем повторять харинам только тогда, когда у нас будет настроение служения. У меня нет возможности изучать какую-то философию, веды, веданту и прочее такое, не совсем связанное с бхакти. Я не говорю каких-то ложных теорий. День и ночь. Вот Махарадж пишет книги с утра до ночи. И вот. А также вот Махарадж говорит, если мы будем воспевать харинам с утра, с самого рассвета, с утра до ночи, и благодаря этому, благодаря нашему баджану, только тогда мы сможем говорить харикатху. И вот по милости Шрилы Прабхупады, по милости Гурварги, если харикатха, она явится в нашем сердце, то тогда я могу дать ее вам. А так у меня нет способности говорить харикатху, только по милости Гуру Вайшнавов. И вот Шрила Прабхупад говорит, что такое плачевное... Плачевное состояние таких гуру, оно может предупредить нас, что это может стать причиной падения, и мы должны быть очень осторожны, очень внимательны и предостерегся в виде их состояния. Вайшнавы, они парамахамсы, они никого не критикуют, они от всех извлекают положительные уроки, они они не хотят критиковать никого. Кто-то... И вот...
И вот в случае с Джанмаджая, он сын Парикшит Махараджа был, он имел полное представление о том, и вот он знал Тату, но когда отец умер, но он как-то разгневался, и он решил убить всех змей в царстве. То есть змея вот укусила моего отца, из этой змеи я потерял своего отца. И вот он решил организовать ягью, в которой сожгет всех змей. И вот они мантрами этих змей всех призвали и кинули в огонь. И после этого Брахма был вынужден остановить такое безобразие и сказал: «О, мой сын, почему ты это делаешь?» И вот он ответил, что это змея укусила моего отца. А Брахма сказал: кто за что ответственен в этом мире, с причиной и следствием они все связаны. Если не было бы причины, последствия не было бы, и твой отец умер от того, что был вынужден умереть, а не от того, что его змея укусила. И твой отец по милости Кришны, это такая сокровенная сиддханта, мы не можем сказать, что Парикшит Махарадж совершил какую-то ошибку и поэтому был наказан. Нет, это неправильно. По милости, по желанию Кришны это случилось. И вот вопрос в том, и вот смотрите, какое тонкое суждение здесь. И вот первый вопрос. Почему это ягья? Почему во время этой ягьи Джанмаджая, почему он организовал чтение Махабхараты? Это вопрос вам. Почему это Джанмаджая во время яги организовал чтение Махабхараты? Почему? Причина какова? Хотя он знал, что Бхагаватам наивысшее. Вот зная это, почему он все же чтение Махабхараты организовал? Единственная причина, что если мы, он организовал бы Бхагаватам, то это было бы оскорбительно для Бхагаватам, поскольку Бхагаватам — это собственность, богатство Парамахамс, и в этой ситуации нельзя Бхагаватам было считать, это оскорбительно было бы относительно этих Парамахамс. Бхагаватам — это богатство Парамахамс, и нельзя. Но Махабхарата как не такого высокого уровня, поэтому как бы в этом случае можно было сказать, что можно все-таки читать эту Махабхарату. И вот он хотел. И вот так, выслушав Бхагаватам, его отец умер от укуса змеи. Относительно Дживататвы Махарадж может привести примеры с различных писаний. И вот Нарада что говорит? Что Сидар Махарадж говорит, иногда много этих запутанностей. Вот Махарадж это, и вот Махарадж опубликовал книгу по Дживататве какую-то, но забыл это о ней. Это 15 лет назад было. И вот он, сейчас вот он нашел эту книгу, где все это он описал 15 лет назад, сейчас более подробно описывает. Вот на бенгали сейчас закончено почти, на английском попозже будет. И вот смотрите, это такова причина. И вот сейчас
все трансцендентные, трансцендентные пандитья, все великолепие, мы можем развить, если мы полностью преданы и нет у нас никакого, никакой склонности к наслаждениям. И вот в этой жизни вы можете обрести успех. Я три раза говорю вам, что я успешен. То есть, если мы примем учение садху и вайшнавов, и если мы полностью предадимся им, то тогда, если у нас нет никаких корыстных желаний, но смотрите, если наше желание, оно не отлично от желания Шилы Прабхупады или Шилы Пури Госвами Махараджа, и вот тогда, когда наше желание, наше сердце находится в гармонии с такими возвышенными душами, то тогда мы, можно сказать, что мы достигли состояния совершенства. Обусловленные души, они не могут в себе найти недостатки. И вот сейчас я могу говорить еще больше и больше, но сегодня я должен сказать что-то о Бхакти Прадипте Тирте Госвами Махараджи, великом преданном. И вот Бхакти Прадипте Тирте Госвами Махарадж, его имя было Джагадиш Прабху. Он этот работал до того учителем в школе. Он был очень возвышенным, преданным. Его отец, он принял прибежище раньше. Звали его Раджаниканта Васу, мать его, не помню, как звали точно. И вот они в Бхагнапаре получили посвящение. И вот потом они решили получить дикшу от Шрилы Бхактивинода Тхакура. То есть его эта жена была уже получила посвящение от Шрилы Бхактивинода Тхакура, отец. Впоследствии у них было несколько детей, один Джагадиш Прабху, вот этот старший сын. А младший был Ананта Васудев. О нем не хочу говорить. Он оставил Шрилу Прабхупаду впоследствии. Получил посвящение от какого-то Канупри Бабы. И это отдельная тема. Не хочу о них больше говорить. И Джагадиш Прабху, вот он старший сын. Он с самого детства являл какие-то необычные признаки, необычную бхаву бхакти. Он пел прекрасные киртаны, что его отец был вайшнавом, семья была вся вайшнавская, и вот они часто сидели вместе и пели киртаны. Они очень прекрасно выглядели. Он, точнее, он был очень прекрасен. И вот Видьявинод, Анна Махарадж говорит, что какие-то ученики Шрилы Прабхупады, они оставили Шрилу Прабхупаду впоследствии.
Но как это возможно для них стало, что они оставили Шрилу Прабхупаду, который олицетворение самой Радхарани? Если мы... Я говорил пару лет назад, Махарадж написал в одном письме, что если весь мир оставит меня, все же я никогда не оставлю Шрилу Прабхупаду. Вот Махарадж, он дал наставление какому-то, каким-то преданным, так называемым. Они приняли его как шикшагуру, но когда Махарадж что-то сказал, ну, эти так называемые преданные разочаровались, ну, сказал, что с саньяси домой не надо ходить, а вот он... Они обиделись и оставили Махарадж. Вот. И вот я был вынужден написать, что если весь мир оставит меня, то я никогда не оставлю Шрилу Прабхупаду. Я только благо обретаю от того, что вы оставили меня. Whom I love, I give out of affection. It's not mine in education. I show the devotee, so-called devotee, he like to kill me. With he speaking, I can get one knife and kill you. I beg your knife. I'm standing here. I give life. They're penniless. They're so poor. They cannot arrange bread, daily bread. This is my fault. I bring no education. I train. Now I can. И вот я уже говорил, что даже если мой отец будет против Шрилы Прабхупады, то я откажусь от них. Only I allow him to stay in that room. Bathroom he can use, he can arrange it. I will bomb, if police come, I can speak. Then you see paper, he already give me, I have no rest. He is doing all rubbish that I'm doing. I have no connection with him. Follow this way. I'm sent. Otherwise, that time, day by day, I was actually thinking, what to do? No way of. So now I'm going to speak about that great devotee. И вот Махарадж сейчас будет говорить о том великом преданном Бхакти Прадип Тирти Госвами Махарадж. Он великий преданный. Он совершал киртан всегда. И вот он родился в 1885. Точнее, где-то в 1885 году, где-то примерно в то время. И вот после этого он и благодаря садусанге развил возвышенное создание. Что значит садусанга? Садусанга значит, если есть настоящая садусанга, Рупа Госвами Пад Вишвана Чакравати говорит, что если есть настоящая садусанга, то мы должны, у нас появится чувство, что мы должны принять прибежище в Гурудева, если мы слушаем Харикатху долгое время, и у нас нет чувства, что мы должны принять прибежище у Садгуру, то мы не совершаем сатсанги. Сатсанга значит, ваше сердце будет плакать, когда мы, где мы, как мы сможем принять прибежище. Также я молился Кришне, я молился о том, чтобы он показал мне, у кого принять прибежище. И никто не звал меня. Однажды я увидел, Бабаджи Махарадж увидел с преданными, путешествовал по Вриндавану, и однажды вот случайно зашел в какую-то книжную лавку, и там Махарадж часто покупал книги, привычка такая была, и вот зашел в
книжный магазин по дороге. Сейчас магазина того нету, продали. Ну, такой неприбыльный был книжный магазин. И вот зашел в этот магазин, смотрел, что там есть, и взял какой-то журнал, открыл первую страницу и увидел фотографию Шрилы Пури Госвами Махараджа. И в моем сердце кто-то сказал, что это твой Гурудев, это твой Гурудев, это твой Гурудев. Три раза повторил. Я вскоре принял прибежище у него, и перед тем, как принять прибежище у Гурудева, Then go to Chaitanya Mahaprabhu, from there I get crew, and also from that magazine also got crew. И вот Махарадж был, ну, очень вскоре вот он приехал в Навадипу и потом узнал, где находится Шрила Пури Госвами Махарадж. И вот он приехал в Майяпур ранним утром в Чайтанья Махапрабху, по-моему, и вот там он встретил Шрилу Пури Госвами Махараджа, когда он встретил Упадгадану, увидел его первый раз, вот Шрила Пури Госвами Махараджа, он начал говорить о Прамататве. И вот если мы совершаем сатсангу, настоящая сатсанга, она даст нам вдохновение. Настоящая сатсанга значит, что мы получим вдохновение принять прибежище у лотосных стоп Садгуру, иначе наша сатсанга, она несовершенна. И вот сейчас Бхакти Прадип Тиртха Махарадж в 1910 году он получил степень этого бакалавра из Калькутского университета. И после этого он совершал служение в школе, он был идеальным, он был идеальным этим. Он был идеальным этим учеником. Он пришел в Майяпур, и он встретился с Шрилой Бхактивинодой Такура. Вот Бхактивинода Такура, он был, сидел перед Гаурангой. И в то время еще ничего не было, и Шрила Бхактивинода Такура говорил Харикатху, и Бимала Прасад Сарасвати, Шрила Прасад, и какие-то и важные преданные слушали Харикатху. И вот, когда Харикатха закончилась, Шрила Бхактивинода поклонились этому Бхактивинода Такуру. И Бхактивинода Такура сказал, что по-настоящему возможно и ваша обязанность проповедовать Сиддханту Шри Чайтанья Махапрабху. Бхактивинода Такура, он знает сердце всех. Бхактивинода Такура, он посмотрел на них и сказал, что вы образованы, вы можете совершенным образом проповедовать учение Шри Чайтанья Махапрабху для блага всего мира. И таким образом Шрила Бхактивинода Такура сказал, хотел помочь им. Он даровал им свою милость. И на следующий, точнее, в этот же день, вот он слушал Харикатху от Шрилы Бхактивинода Такура, а вечером он уже слушал Харикатху от Бимала Прасад Сарасвати от Шрилы Прабхупады, и он почувствовал огромное вдохновение. Если Харикатха не вдохновляет вас, то вы подобны глухому человеку. With water. Damp places, inside there, what is there? Damp you don't know. Damp proof. Damp place. Damp mean not damp and day. Damp and day mean is cannot speak, cannot hear. And a damp means
is water making the spot useless to use because already water soaking through walls and is called dam. Follow? If one matches box is damp, meaning already moisture catching. А вот Махарадж пример приводит, если это пример можно сравнить с оцаревшими спичками. Они, спички как бы есть, но зажечь нельзя из-за того, что сырые. И вот так, услышав харикатху от Бимала Прасада Сарасвати, он вдохновился, и Шрила Прабхупад сказал, что тебе нужно встретиться с Парамахамсой Бабаджи Махараджем, хотя он никому не разрешал. Точнее, очень редко разрешал кому-то пойти на даршан к Шрила Гурдишвардас Бабаджи Махараджу, но вот Джагадиш Прабу, он сказал, что ему нужно поехать и получить даршан Парамахамсы Бабаджи Махараджи. Вот Джагадиш Прабу, он туда поехал, он не знал ничего о Бабаджи Махараджи, но купил арбуз для него, ну, в качестве этого подношения. И Бабаджи Махарадж обычно никогда ни от кого ничего не принимал. And usually at present this is the system of this society, so-called devotee. They are getting three or four panjika, you know. То есть, смотрите, этот Гурдишвардас Бабаджи Махарадж, он ничего практически ни от кого не принимал, но очень избирательно было от кого что принимать. Сейчас часто случается, что люди собирают, наоборот, эти... Ну, узнают, где какие-то праздники, какие-то пиры, какие-то дни ухода явления и прочие праздники, так составили список на год вперед, даже к Майваде ходят на всех праздниках, чтобы получить какие-то там несколько рублей пожертвования. Но в Майваде хорошо дают там по 1000, по 2000 рупий сразу. Но сейчас вот такая грязная ситуация, к сожалению. Люди вроде стилок и смолены, а ходят есть на праздники, как все Майваде. Как мы можем ожидать, что такие люди могут обрести бхакти? Бхакти, оно не столь дешево, Шрила Рупа Госвами говорит, бхакти, оно не настолько дешево, что может прийти в вашу жизнь, так просто нет. И вот это, к сожалению, такая плачевная ситуация сейчас, и вот чтобы остановить эту вот такое, такое положение вещей. Я вот Махарадж посоветовал, что если мы хотим защитить все общество, мы должны реформировать все. Во-первых, не давать ни копейки денег тем, кто приходит на праздники. Во-вторых, простой просад должен быть, и харикатхи больше должно быть. Бандара харикатхи должна быть, имеется в виду праздник пир харикатхи, а не пир какие-то сладости. И если так сделать, то лет через 100 в лучшую сторону поменяется ситуация. И что значит свобода, независимость? И вот нет же Субас Чандра Бос, он говорил этот, нет же Субас Чандра Бос, он ходил к Шриле Прабхупаде, его мать каждый день она ходила слушать харикатху в этот Гаудия-Бхаг-Базар, Гаудия-Мат. И вот этот, человек, он говорил, что Индия в такой плачевной ситуации находится, что даже после обретения независимости, даже если мы обретем независимость от британского правления, но все же мы должны
индусов держать в этом держать в таких военных стандартах, чтобы научить их какой-то дисциплине. Но потом его свергли, этого даже Чандрабоса, он хотел настоящую независимость принести Индии, но не смог. Вот он читал Гиту три раза в день, утром, в обед и вечером. И он в Германию даже скрытно съездил, чтобы получить помощь от немцев в борьбе с англичанами. И вот что я хочу сказать, что многие глупые брахмачари, они пользуются своим положением, чтобы принимать поклонения, а другие какие-то пожертвования и прочее. Но как они могут доказать, что они по-настоящему саньяси и брахмачари? Почему все вайшнавское общество, Виша Вайшнава, Раджа Сабха, они не думают об этом, об этой плачевной ситуации, которая предсказана Шрилой Бхактивинода Такуром, как мы можем защитить себя и всех остальных от того, что происходит. И вот таким образом, смотрите, суть в том, что сознание наше должно развиваться, увеличиваться, чтобы коррупцию остановить, нужно себя начать. То есть нет нужды ездить в западные страны, и не все такие, как Шрила Бхактивиданта Свами Махарадж или Бхакти Прадип Тиртха Госвами Махарадж или Шрила Госвами Махарадж, далеко не каждый может проповедовать на Западе. И вот суть в том, что этот Махарадж, вот этот, имеется в виду этот Джагадиш Прабху, он пошел по указанию Шрилы Прабхупады к Гуру Кешавадас Бабаджи Махараджа, Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж, который никогда ничего, практически никогда ничего ни от кого не принимал, он принял его подношение, он спросил, откуда он приехал, он ответил, что я с Антандвипа приехал, а кто послал тебя, Шрила Бималай Прасад Сарасвати, я спросил, можешь ли ты, знаешь ли какие-то киртаны, можешь ли спеть какой-то Гаудия киртан, и вот он начал петь вот этот киртан. И вот он начал киртан с Мриданга, и Бабаджи Махарадж был очень доволен им. Поскольку у него не было ни капли вожделения, если было бы вожделение, то не было, не смог бы говорить харикатху Гуру и Вайшнавы, они если находят какую-то какое-то отсутствие связи с этим трансцендентным миром, то они очень беспокоятся. Если они не видят, что, если видят, что связь с трансцендентным миром пропала, то это повод для их беспокойства. И вот Бабаджи Махарадж благословил его, ты говоришь, что ты приехал с Антардвипа и не получил посвящение, ты идешь. Я думаю, ты уже получил посвящение. Почему это случилось? Поскольку это было доказательством Адау Гуру Падашрая. Он, Гуру Кешавадас Бабаджи Махарадж, знал, что вот этот преданный, он уже полностью предался Шрили Бхактивинода Такуру. Поэтому он сказал, я думаю, ты уже получил посвящение. Иди, Бхактивинода Такура ждет тебя. И тогда Джагадиш Пандит, он побрился и принял омовение в Ганге и
вот по указанию Бабджи Махараджа пошел получать посвящение у Бхактивинода Такура. И вот и в этот день Бхактивинода Такур дал ему харинам и какую-то мантру. И вот смотрите, как быстро случилось это. То есть Бабаджи Махарадж сказал, и в этот же день Бхактивинода Такур уже ждал его, и он Шрила Бхактивинода Такур дал ему наставление следовать Шри Прабхупаде. И он потом получил Гуру Гаятри, Брама Гаятри от Шрилы Прабхупады Бхактисиддханта Сарасвати. И вот можно сказать, что настоящая дикша, она случилась, он получил от Шрилы Прабхупады по указанию Бхактивинода Такура. Хотя внешне выглядит, что он получил посвящение от Бхактивинода Такура, но Бхактивинода Такура он хотел поднести эту дживатму Шрилы Прабхупаде. И вот, получив посвящение, он был очень удачлив. Он совершал много служения, очень много прекрасного служения. Very nice seva. Go on hearing Hari Katha, hearing Hari Katha, speaking Hari Katha. After that, in the year of 1920 году его жена умерла. Джагадиш Прабху. Вот его жена, она умерла, и вот он подумал, что теперь он свободен и может полностью без остатка посвятить свою жизнь Шрили Прабхупаде. Он принял саньясу, Бхакти Прадип Тиртха Махарадж, Бхакти Хридая Бондав Гасвами Махарадж, Вайканас Махарадж, Пракрита Прабху, Бхакти Саранга Гасвами Махарадж. Они очень такие великие преданные, как они очень редкие. Шрила Прабхупад даже харинам далеко не всем позволял принять, не то что дикшу или саньяс, тем более он смотрел на умонастроение человека, может, 2 года уже проходило, и Шрила Прабхупад все же не давал харинам таким кандидатам, которые жили в Мадхе, ждали, но тут 1.5 года не прошло, и он дал вот этим перечисленным преданным саньясу очень, очень быстро. И go Chaitanya. И потом он кого-то из них отправил в Бангладеш на проповедь. Не в Бангладеш, а в ту область здесь сейчас, Бангладеш, на проповедь. Нокали, как это так называется? Раньше это назывался Западный и Восточный Бенгал, а сейчас Западный Бангладеш отошел. И вот он, его поведение было очень прекрасно. Мой Гуру Махарадж говорил, что за всю свою жизнь и никто не видел, что Шрила Мадхава Госвами Махарадж, он когда-то гневался. И вот Шрила Пури Госвами Махарадж говорил, что все время, когда я был с ним, никогда в своей жизни не видел, что он когда-то гневался. Это настроение, настоящее умонастроение проповедника. Но их, если вайшнавы какие-то гневаются, то их гнев, он полон любви. И вот после этого он, он мог очень прекрасно говорить. Шрила Прабхупад благословил его и отправил на Запад для проповеди. И Бхакти Прадип Тиртха Махарадж, он проповедовал на Западе, в Европе, имеется в виду. И в то время Махарадж. А когда у него было какое-то время свободное, он писал. After
writing articles, translating Bhagavad Gita. I have that Gita. И вот он перевел Бхагавад Гиту, Бхакти Прадиптитра Махараджи, написал комментарий. No, 20-25 years back, I cannot remember. I got it. I buy it from mission. So after that, и вот после этого, Maharaj went on preaching and writing so many things. All the Siddhanta Prabhupada in different articles. И вот после этого, и вот Бхакти Саранга Госвами Махарадж, великий проповедник, он был очень могуществен, и он не знал немецкого, а эти немцы... Они недолюбливают этих англичан, и они сказали, что если будете говорить на немецком, мы будем слушать, а английский они не переваривают. А немцы, они вот были заинтересованы в этом. В изучении индийской философии, индийской культуры и прочего. Вот Макс Мюллер был такой знаменитый исследователь Индии. At present, who is going what mood, I don't know, that's why they used to believe Indian culture and everything. They used to believe that, yes, it is possible, there can be such a super personality like Huma, who can jump and reach Sri Lanka. At present, those who are foolish and idiot scientists. И вот немцы, в общем, очень доверяли индийскому наследию. Harmani Maharaj, making one bridge. И одно из доказательств этого, что вот про Ханумана, то, что описывается, и можно сверху со спутника видеть, что тот мост на Шри-Ланку, который он построил, это Рамешварам, это видно сверху, что там остались камни. И вот Самуда Варундев попросил его, что вы освобождаете Шри-Ланку, Вибиша, но океан спросил, меня не освобождаете из-за того, что мост построили. И вот тогда они разрушили этот мост, и видно, что остатки этого моста видны по желанию Рамачандры. Эти камни, которые плавали, они по желанию Рамачандры, они стали тяжелые и опустились на дно. А до этого на них писали имя Рамы, Джай Шри Рама, и кидали в океан. И благодаря тому, что имя Рамы было написано на этих камнях, они плавали. Но потом по желанию Рамачандры он... Все эти камни утонули. И вот смотрите, мы должны верить. И вот Германия после Второй мировой войны была разгромлена, и у Бон Махараджа нечего было есть, и он писал Шри Прабхупаде, что делать. И Шрила Прабхупада с Гаудия миссии, они послали ему посылку с плющенным рисом, ну, с едой какой-то из Индии. Сейчас она восстановилась, Германия, но все же они очень уважают немецкую, в смысле, индийскую культуру, ведическую культуру.
И вот в то время Девгасай Махарадж писал письмо Шриле Прабхупаде, что вот он выучил. Начал учить немецкий и выучил. Бабаджи Махарадж тоже немецкий изучал давно, когда ему лет 16 было. Но потом некогда было, я забросил этот немецкий. И вот Бондев Гасай Махарадж за короткое время, за 6 месяцев изучил немецкий и начал прекрасно проповедовать. А Бхакти Прадип Тирта Гасай Махарадж тоже знал прекрасно английский язык, и он на английском проповедовал. И вот потом кто-то в Таиланд отправился на проповедь, там много бенгальцев жило в то время, там Шрила Прабхупад Гаудиматх основал, там сейчас ничего случилось, пропал в Дарджилинге тоже был Гаудиматх, но, к сожалению, не было таких достойных личностей, которые могли поддерживать этот Гаудиматх. И так во время Шрилы Прабхупады очень широкая проповедь была. А когда Шрила Бхактивинода Тхакура оставлял свое тело, Бхакти Прадип Тирта Гасай Махарадж, он был там в том месте, в то время. И после этого, когда Шрила Прабхупад он оставлял свое тело, то что случилось? И вот после того, как Шрила Прабхупад ушел, все не знали, что делать. Какая-то проблема случилась, и вот они решили Ананта Васудева сделать ачарьи, потом многие оставили Шрила Прабхупаду, и потом много ачарьи появилось в читании матхи, и после этого Махарадж в последнее время он принял прибежище в наивысшей випралампа кшатри Пуршотам даме. Это наивысшая випралампа кшатра. И вот Пуршотам дам нилачал кшатра, это наивысшая випралампа раса кшатра, которое можно почувствовать, что любая часть секунды Махапрабху, он всегда плакал там, он выражал это чувство разлуки там всегда. Он принял прибежище в Чатак Парвате. Чатак Парват – это мат, который основан в Пуршотам Гаудия мат называется, Шрила Прабхупада потом разделился, это другая история уже. Ну так или иначе, все по воле Йогамай и Махамай случается. И вот из их такого влияния случаются все эти вещи. И вот там Бхакти Прадип Тиртха Махарадж, он жил до последних лет своей жизни. И там же он оставил тело. И вот его баджан был уникален. День и ночь он совершал киртан. И какие-то преданные, если приходили, он оказывал им внимание, говорил харикатху. Со слезами, которые катились из его глаз, он говорил: «О, мои дети, если вы хотите стать великими преданными, вы должны слушать харикатху. Без харикатхи вы никогда не сможете стать вайшнавами, вы должны совершать киртан. Вы многие очень ленивы», Махарадж говорил. «Вы не знаете, не хотите,
когда я был в читании матхи, я вот Махарадж, точнее этот Бхакти Прадип Читра Махарадж, он говорил, что я вот он же как все читания матхи, он раздавал эти. Распространял журналы, потом принимал омовение, готовил, подносил Господу что-то, принимал просад, и потом, по милости Гурудева, мы получаем огромное вдохновение, а сейчас мы, но сейчас редко можно встретить таких преданных с таким огромным вдохновением. Это огромная энергия, вдохновение, энтузиазм. Оно может доказать, что мы совершаем баджан совершенным образом. Иначе мы не глупы. То есть мы все, всю энергию должны использовать для совершения баджаны, не отвлекаться на какие-то другие вещи, мы не знаем, что случится в будущем. И вот Махарадж говорит, это наша и вот так мы должны совершать баджан круглосуточно. И потом вот он совершал киртан. Перед арати. Для многих практически невозможно. И вот они до арати пели киртаны, но тихо-тихо. Потом арати совершали, потом они повторили, потом в 7 утра опять приходили, опять совершали киртаны. И вот после этого они пошли. Слушали харикатху, потом занимались служением, кто-то в огороде поливал, кто-то что-то собирал, кто-то еще что-то делал, кто-то готовил, овощи резал, кто-то посуду мыл и прочее. И вот они совершали киртан и совершали служение. Они не... И вот они совершали какое-то служение и также совершали киртан. И хотя мой возраст, ну, мне не так много лет, но все же в своей жизни я видел, моя вот отец эти... Вот этот дом дедушки и бабушки был прямо рядом за стеной Гауди Миссии. В этом Бхагбазар Гауди Матхи, и вот он Махарадж. Бабаджи Махарадж был маленький, видел, но жил рядом там с этим Бхагбазар Гауди Матхом, видел, как преданные живут. Он вдохновлен был их примером, но... И вот его эти дедушка с бабушкой были вайшнавами, они шантипурской этой сампрадай линии. Ну, когда был маленьким еще ребенком, он не знал, что нужно кланяться вайшнавам сначала. И он нас спрашивал. Let me see, is getting on scale to measure. I come in Dakai language, Dakai. In Dakai language. Tortushka video bakshe, nakomche, I, they, scale, yes sir. Let me measure. Your wickedness going up or down? Used to take food remains of, this much prasad used to take, like, you know, bark. After that we are also taking prasad on this way. So that time I have experience. Grandmother used to take me to go to a mission, sir. He said, one is there, you know, Shikha. That will keep them giving prasad to my hand. Very nice. This is it. So, very nice. So, this kind of, you know, watching is also beneficial. И вот если мы видим вайшнавов, это очень благоприятно.
если даже просто не говорим с ними, а просто видим вайшнавов, то это очень благоприятно. Чистые вайшнавы, они очищаются так, они очищают нас, как и Бхакти Прадиптхи Махараш, он был авторитетом, и многие ходили к нему и спрашивали какие-то наставления и все прочее. И вот, в то время в Гауди Матхе, в Киртане были 4 раза в день. И вот когда Бабаджи Махараш был этим Матхинчарджем, вот Гопинат Гауди Матха, он организовал так, чтобы было Харикатха несколько раз и Киртана 4 раза. А сейчас, тоже во время вот Бхакти Прадип Тирти Касая Махараджа тоже такая система была, что кто на Киртаны и на Харикатху не ходит, то он просто тоже не нужно ходить ему. After the seva coming, reading Chaitanya Bhagavata. Maharaj tears rolling out the cheeks, going to hear Chaitanya Bhagavata, Chaitanya Bhagavata, and crying. While hearing Chaitanya Bhagavata, Oh, Nithai, crying. Follow. This is the system. One day, Maharaj speaking Harikatha, all seva hearing Harikatha. After that, Nithai Gaur Haribo speaking. After that, Maharaj becomes silent. Long time Maharaj not giving any response. This day. И вот однажды вот в один из дней, как Севак пришел к этому Бхакти Прадип Тирти Махараджу, он звал его, но он не отвечал, и он потом прикоснулся к нему и увидел, что он оставил тело уже. Гур Говинда Махарадж тоже оставил тело после того, как он говорил Харикатху по Шичитане Чайтамрите. И вот он жил на Читакпарвате. Читакпарват, что такое Читакпарват? Это Говардхан. Рагунат Дас Гасай, он говорит Говардхан. Hey Govardhan, ho Govardhan, give me place. It's also, we also in craving mood always pray, hey Radharani, hey Govardhan, hey Chaitanya Mahaprabhu, give us place. That's why Raghunath Das Goswami, Prayan Tattva Acharya crying in front of Radharani. Когда я могу увидеть, когда то время придет, когда я смогу увидеть прекрасные стопы Радхарани, как Кришна, сам Кришна хочет увидеть лотосные стопы Радхарани, а как у нас может быть такая же великая надежда. Даже Кришна не может обрести эти лотосные стопы Радхарани. А как мы можем? Но все же у нас должна быть великая надежда, что Гуру и Вайшнавы, они дадут нам такую возможность. Они трансцендентные источники милости, и по их милости это возможно. И все же Шрила Бхактивинода Тхакура, Шрила Кешава Госвами Махарадж, Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, они все дали нам возможность обрести такие качества. Может, в будущем, если мы не будем совершать никаких оскорблений, то мы обретем эти качества, эти способности. И таким образом, мы должны развить наше сознание, мы должны молиться, что мы должны молиться таким великим преданным, как Бхакти Прадип Тирта Госвами Махарадж. Шрила Прабхупад, он очень любил его. Это очень редкий случай. И вот сегодня мы молимся лотосным, его лотосным стопам, чтобы он благословил нас с этого трансцендентного мира, особенно нас,
чтобы мы смогли продвигаться на пути духовной жизни. So many things I want to speak, but time cannot permit.